Доброе утро. У меня утро одинаково. Финский залив. Ветер. Боночка. Каждый день сюда меня тянет. Идет и идет. Командирша моя. Очень мне нравится на залив ходить. Подветрено. Кстати, многие с собаками, видите, вот там идут, гуляют вдоль залива. Чё, класс. И это тоже не отстает. Вон, там злая собака, сейчас тебя съедят. Поняла? Дурилка. Дурилка, красота. Ушли с Бонны из залива. Там была большая собака, она нас чуть не съела, да, Бона? Мы испугались. Смотрите, у нас тут такой домик есть. Вот, и сейчас потом пойдем следующий покажу. Ну, вот такие домики. Он красивый, красиво сделан. Видите, еще высадили кустики так. Красные и желтые. У них листики разные. Не знаю, что это за кустики, но красиво смотрится. Там вон елочки вот такие. И вот такой дом. Но мне вот такая архитектура. Архитектура, да, правильно? Не нравится. Не знаю почему. Мне как-то напоминает городскую застройку, понимаете? А когда уезжаешь за город, как-то городской застройки не хочется. Может быть, просто сюда мало окон выходит. Я с той стороны не видела. Ну, с той стороны дом. Вот. Красивый. Красиво сделано, но я немножко не понимаю. Сейчас вам следующий домик покажу. Тоже прикольный. Вот смотрите, какие. Видите, они какие прикольные. Два. Ну, это разные, я так понимаю, хозяева. А вот эти вот, вот такие домики мне очень нравятся. Они вот прям, знаете, такая загородная вилла. Скажите, прикольно. Забор еще такой красивый сделан. Да? Туечки такие посажены. Сейчас посмотрим, сюда чуть пройдем. Вот такие я обожаю домики. Вот такие вот. У меня тоже красивый дом. Я согласна. Но вот такие, не знаю, они всегда меня привлекают внимание. Я очень люблю сочетание вот такого темно-коричневого с желтым, да, правильно? Такой желто-персиковый, желто-бежевый. Правильно назвать. Тоже туи такие красивые посажены. Ладно, мы туда дальше не пойдем. С Бонной, это мы сейчас вообще пропадем тут. Вот такая вот, видите, как красиво, такая даже башенка сделана с этими витражами, да? Там вот наверху. И второй тоже красивый. Бонна, пошли, куда пошла? Куда пошла ты? Пойдем. Бося, пошли. Не пойдем мы туда с тобой. Бонна, мы туда не пойдем. Пошли, пошли уже до дома. Всем привет, я не поздоровалась. Девочки, хочу вообще записывать такие небольшие ролики, может быть, с прогулкой со своей, может быть, еще с чем-то. Басяня, Басяня, скажи всем привет, вредная женщина. И выкладывать в группу ВКонтакте. Я, наверное, так и буду делать. Мне вообще ВКонтакте очень сильно нравится. Вот. А YouTube в последнее время меня вообще очень сильно расстраивает. И дело не в том, что там платят, не платят. Дело просто в том, что то аватарки пропадают, комментарии пропадают. Видео по несколько часов у меня, по полдня грузится. Ой. Сейчас дядя резко ворота открыл. Бонна так испугалась. Кошмар. Вот. И еще то, что на Ютубе рекомендованные. Вообще кошмар. Я не знаю, у кого так же. Напишите. У меня постоянно попадаются в рекомендованных новости со стороны Украины на украинском языке. Я не понимаю ничего, и поэтому даже не открываю, не смотрю, но все то, что раньше попадалось, там смотришь какие-то развлекательные, и развлекательные тебе и попадаются. Сейчас уже такого нет. Вот, так что хочу делать такие небольшие ролики, я, наверное, так и буду делать. Я вот этот, наверное, загружу на YouTube. А остальные такие небольшие, с той же нашей прогулкой, какие-нибудь болталки. Буду выкладывать в группу ВКонтакте.
На личную страничку там маленькие ролики, а в группу можно длинные загружать. Вот, так что как-то так. В общем, гуляем с Банситой. Слышите, девочки, птички поют. Ой, там злая собака Бона. Ой, кошмар какой. Бона, пошли. У нас ругаются. Я который раз беру наушники и так не одеваю их. Ой, у кого-то петушок кричит. Где-то там. Где-то там есть петушок. Я слышу. Беру наушники. Думаю, музыку буду слушать, но нет. Птички по утрам поют так классно. Бона, пошли. На таких штуках у нас еще едет по поселку. Забыла. Ну, не успела сбоку заснять. Ну, поняли, такое мини. Я не знаю, что это. Мини-табуреточка. Девочки. А вот здесь вот живет собачка. Бона, пошли. Такая, нам так нравится она. Мы ее... Это этот... Как его? Водолаз. Мы его почему-то называем всей семьей Миша. Такой прикольный. Большой такой лежит. Видите? Классный такой. Он ругается обычно. Лежит тут всегда. Мы мимо него проходим. До Бансита. Там дальше лес. Уже травка начинает вылезать. Скоро листики тоже. А вот так вот у нас переделывают старенькие дома. Очень здорово. Очень такое, знаете, дворик, как сказать, чистенький, прибранный. Вот. Куда ты намылилась? Пошла куда-то. Куда пошла? Там на нас. Ух! Пошли, пошли, Бон, пошли. А то тут новенький домик строят. Как раз сзади лес. Прикольно. Из газобетона. В основном у нас из газобетона строят. Видите, какой. Да, Бось. Вы видели этих прелестниц? Девочки, не знаю, в кадр попали у меня эти собачки или нет. Я попыталась заснять. Надо было и Бону утягивать. Они такие классные. Я вот их, ну, не знаю, зимой я их что-то не вижу. Но, может быть, холодно, не выпускают. Вот в этом домике-то. Домик старенький. Его просто, ну, там... обделывают потихонечку, да, ну, то есть многие у нас тут так делают. Старенький домик, знаете, появилось там чуть-чуть денежки. Вот, и они, ну, построили, пристроили там что-то, где-то отремонтировали и так далее. Очень многие так делают. Вот, но наш дом, который вот у нас стоит на участке, ну, вот этот старый, он там совсем аварийный, то есть там венцы нижние, он из сруба сделан. Венцы нижние все погнили. В общем, такое. А есть у кого хорошо сохранились? Домики там какая-то. Собака без хозяина. У нас, кстати, таких очень мало собак в поселке, которые вот так вот без хозяина ходят. Вот здесь вот одна. Может, забегает. Не знаю, вроде старенькая уже. Но вот эти прелестницы, как эти чихуахуа они, да? Мне так нравится, сколько их там, штук 5. Классно. Я бы тоже себе такую команду бы завела. Но пока, пока хватит. Это точно. Нет, команду маленьких собачек, я имею в виду. И что, прикольные же они. Классные, тявкают. Жуська моя тоже вечно тявкает. Она сама трусиха. Так что гуляем. Вот такие вот у нас прогулки каждый день. Мы гуляем утром час, а то и больше. Вот. Погода сейчас хорошая. Сейчас я развернусь. Надеюсь, никого голова не закружилась. Такие кадры обычно. Вот. Мы час где-то точно гуляем. По утрам и вечером еще выходим. Она еще и днем может сходить со мной. Ну, бывает, ходим за младшим в садик. Так я ее с собой беру, если пешком иду. В общем, как-то так. Вот. В общем, получилось такое небольшое у меня видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось.
буду заливать такие маленькие коротенькие ролики в группу ВКонтакте. У меня есть личная страничка, а есть группа ВКонтакте. На личную страничку, по-моему, не грузится у меня. Не знаю, надо посмотреть. Ну, в общем, в группу ВКонтакте. В общем, буду на сегодня уже с вами прощаться, девочки. Всех люблю, целую. Мы уже идем домой. И до новых встреч!